всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Людмила Прокофьевна Калугина, директор нашего статистического учреждения. Она знает дело, которым руководит. Мы называем ее наша мымра. Конечно, забыла. Зовут меня Анатолием Ефремовичем. Фамилия моя Новосельцев. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь. Пожалуйста, дайте мне приказ о моем назначении. Пожалуйста. Приемная Калугина. Видишь ли, Толя, Калугина тебе невысокого мнения, считает тебя посредственностью. Ну, думаю, она права. Я понимаю, ирония маска – это не защита. Но все-таки надо найти к Калугиной подход. В чем ее слабое место? У нее нет слабых мест. Она не молодая, некрасивая, одинокая женщина. Она не женщина, она директор. Слушай, удобная ситуация. Людмила Прокофьевна там одна. Отдыхай. Пусть отдыхает, я не буду ей мешать. Валя, ты дурак. Я не могу. Пойди, угости ее коктейлем. Толя, лови момент. Толя, ты что? Это что такое? Я кому сказал? Иди, Саша. Толя. Разрешите войти, Людмила Прокофьевна? Входите, товарищ начальник. Может, ко мне какое-нибудь дело? Нет. Да. Я слушаю. Выпейте коктейль. Ну что же вы молчите? Мне все это не идет. Если все это безвкусно, я могу снять. Я, конечно, не умею всего этого носить. Красавица.